Ну, так остановились на том, что поставил я его на зарядку, произошел короткий сигнал, звуковой кабель довольно-таки интересно втыкается, так, плотненько, хоп, легко, очень. И решил спустя какое-то время я нажать кнопку «Домой», нажал, произошла вибрация, но я, кстати говоря, не знаю, там включен был аппарат, выключен, что там с экраном, думаю, ладно. Может быть, недолго ему заряжаться, пусть пока заряжается. После этого нажал кнопку питания, ну, потому что подумал, что экран включился. Произошел такой трык, ну, как бы можно так назвать. И все. Я думаю, опять нажму кнопку «Домой», опять нажал питание. То же самое, думаю, если нажать питание опять, просто не кнопку «Домой», чтобы экран включился. Нажал, еще раз нажал, то есть ничего такого не происходило. Ну, вот сейчас могу показать. Усиление. Стоп, кнопка, список, пропуск, усиление, добавить при паузе, кнопка. Так, вот, взял аппарат. Вот, нажал «Домой», питание. А ничего, в общем-то, не происходит. Ну, то есть, наверное, все-таки, возможно, зарядился. Добавить перемещение, пауза, кнопка. Ну и теперь мне бы хотелось показать, наверное, звук, с каким втыкается кабель. Ну, тут немного далековато, поэтому я сейчас поднесу поближе, все-таки выну я. Ну вот ничего вроде не произошло, никакого звука. Вот такой звук. А, и вибрация есть, не только звук, но еще и вибрация. Сейчас я выйду из зарядки. Я имею в виду из самого адаптера. Не получилось. Вынул полностью зарядку, потому что довольно-таки сложно вытаскивать. Надо двумя руками. Одной рукой тут ничего не сделаешь. Ну вот. И втыкаем. Так, Lightning у нас, наверное, можно втыкать как Type-C любой стороной. Вот, пожалуйста, воткнулся. И вот с таким звуком вытащил я из зарядки и втыкаю. Так, ну и теперь пробую все-таки один раз. Домой нажал. Ну что, три раза жму «Домой». Voice-over. Вау! Что это за чудо? Так, ну что, можно махать пальцами. Accessibility options. Button. Emergency call. Button. Accessibility. More Wi-Fi settings. Button. Start over. Button. Cancel. Button. Cancel. Button. Cancel. И что делать дальше? А как на другой язык? Это, я так понимаю, это компактная, как ее зовут, тетку эту американскую, Саманта? Start over. Button. Что такое start over? Я хочу по привычке воспользоваться жестом перевода китайского скринридера. More Wi-Fi settings. Ну, вибрация такая легенькая, в принципе, нормальная, но все равно мешающая. Тут надо идти. Так, как у нас жест перехода к первому объекту? Я не помню. Четырьмя пальцами, по-моему, вверху экрана. Нет, давайте-ка жесты будем тренировать потом. Малайский. Бас. А почему? Должен быть индонезийский. По-моему, это индонезийская тетка, нет? Малайская другая вроде. Бахаса Малаю. Бута. Хорватский. Хотя. Украинская. Кнопка. А почему Милена читает украинский? Как не стыдно? Словенчина. Тлад Кадала. Пор. Словенчина. Тладши Кадала. Чешкина. Тлад Модьор. Гум. Румуна. Бут. Элиника. О, наш любимый иврит. Бахаса Индонезия. А, вот индонезийский. Суоми, пайнике, польский, пшик, мушк, утмол, бетун,
Тингвит. Нод. Генш. Кнап. Вот даже латинизированные голоса не все есть синтезаторы. Свенска. Кна. Хаса кай. Аль-арабия. Зир. Угу. Салям алейкум. Дядя, открывай дорогу. Нидландс. Кноп. Чуче. Дюме. Хангугал. Хат. Итальяно. Португез. Бутон. А, бразильянский. Русский. Кнопка. Дойч. Тасте. Франсе. Бутон. Японго. Ботан. Фанти Чунвен. Аньо. Тенти Чунвен. Ань. Испаньол. Бутон. Инглиш. Баттон. English, English. Первый объект. А когда упирается в стенку, либо первый объект, либо последний, немного другая вибрация. Français. Deutsch. Русский. Кноп. English. Button. Так, русский, что? Испаньол. Button. English. А, все это надо промотать. Муж польский. О, где другие элементы? Я же нашел два раза. Может быть, ощупыванием? Не, ребят, ну так нечестно, конечно. No service, так что no service. Иврит, кафтол, эллиника, бахаса Индонезия, бах, суоми, файн, 100% battery power, not charging, status bar item. А, 100%. Swipe down with three fingers to так, что у нас такое 100? Сотня, правильно? 100%. Так, ну тут статус-бар, конечно, как на А5, да, видимо, рамки. Как это называется в терминологии, я не помню. Челка, монобровь, не разбираюсь я в этом. Так, что там про пальцы? Было сказано где-то. А, тремя пальцами, чтобы эту панель уведомлений, наверное, тремя пальцами вверх, чтобы открыть контрольный центр. Ну, короче говоря, центр настроек, наверное. Так. No service. Status bar item. А, понятно. По статус-бару тоже можно ходить 100% смахиваниями. Так. Но все-таки вы мне скажите, как здесь сделать. Интуитивно понятно интерфейс. Так. Русский. Ну, выбор страны или региона. А, еще раз нажать. Соединенные Штаты Америки. Выбор страны назад. Ну, конечно, русские назад. Соединенные Штаты. Мне напоминает эту юмореску знаменитую. Ну что, помог ему в Америке, его английский. Выбор так, ну это про иммигрантов. Заголовок. Соединенные Штаты, другие страны и регионы. Австралия. Другие страны. Австралия. Вот как здесь определять выбор. Заголовок и... Так, вот... смотрите, значит, ощупыванием. Азербайджан, Австралия, другие страны. Просто щелчки. Австралия, другие страны, другие страны и регионы. Но вот это звук пустого места. Другие страны, смахиваниями. Австралия. Вот на кликабельном элементе еще вот этот вот звук есть, помимо щелчка, дополнительный. Другие страны, Соединенные Штаты, другие страны, Австралия. Он везде есть. Соединенные Штаты, другие страны и регионы. Соединенные другие страны, другие страны. То есть, в принципе, кликать можно. Австралия, Австрия, куда угодно. Кнопка. Аландские острова. Азербайджан, Албания, Алжир. Кнопка. Американская Ангелия, Ангола, Антарктида, Антигуа и Барбуда, Антарктида. Конечно, Антарктида. С удовольствием бы выбрал. Армения, Багамы. А вы как думали? Барбадос, Бахрейн, Бенин. Не рискну я пока четырьмя пальцами, чтобы перемещаться к первому последнему объекту. Это лучше в системе, наверное, делать, а сейчас... Бельгия, Бенин. Хотя если я сказал, что это игрушка, поэтому я просто вот вниз ставлю палец один выше кнопки «Домой» на последний элемент вроде как на представленном экране, смахиваю один раз или несколько вправо и опять так же делаю. Ватикан, Виргинский, Вир, внешний, Гаити, Гаяна, Гвинея,
Гвинея-Бисау, Гондурас. Ну-ка, попробовать, может быть, четырьмя пальцами. Четырьмя пальцами вниз, внизу экрана. Rows 50 to 61 of 253. Bottom of screen. Гибралтар, Гондурас. Ничего не понял. Гонконг, Грузия, Гуам. Но было действительно интересно. Дания, Джерси, Кноп, Доминика, Доминика, Египет, Израиль, Кноп. Израиль! Ты еще не в Израиле, старый хрен? Индия, так. Кнопка, Ирак, Ирландия, Италия, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Кения. Ну какую страну я еще и буду выбирать, я думаю, вы уже догадались. Кипр, без моих подсказок. Колумбия, Каморы, Конго, Браза, Кодивуэр, Куба, Кнопку, Лесот, Литва, Мавритания, Майотта, Мака, Малай, Малайзия, Мальта. Маршалло, Мозамбик, Монако, Намибия, Непал, Нидерланды, Ниуэ, Новая Норвегия. Ой, на паузу можно было поставить-то ведь. Норфолк. Так, ОП, РСТ. Острова Херт, ОАМ, острова Кайпалау, Палестин, Панама, Папуа, Парад, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Португалия. Настрой. Кнопка. Указывающий назад. Вот. Это ненавистное сообщение будет преследовать всю систему, пока я в словаре не изменю. Кнопка, там ведь запятая стоит, указывающая назад. В оригинальном английском это back button. Параметры универсального доступа. Кнопка, кнопка, параметры универсального, быстрое начало. Заголовок. Так. Поднесите свой текущий iPhone или iPad к этому iPhone для входа и настройки. Ну, это вот то, что уже Валера показывал вроде бы. Значит, смотрите, я, наверное, на паузу ставить... Да, датчиком приближения тут не заткнешь. Я, наверное, на паузу ставить не буду. Если вдруг вам это по каким-то причинам не интересно, или вы не считаете нужным слушать, просто промотайте так на ускоренной или вообще на перемотке. Настроить вручную. Кнопка «Настроить вручную». Поднесите свой текут. Быстрое начало. Заголовок. Заголовок. А вот абсолютно отображается так же, как и кликабельный элемент. Ну, можно кликнуть на заголовок-то? Быстрое начало. Заголовок. Можно, но только толку в этом никакого нет. Доступа. Кнопка. Я все-таки зайду сюда сначала. Готово. Кнопка. Что готово? Параметры универсаль... Готово. Готово. Готово первый объект. Параметры универсального доступа. Используйте интересно. Одну или более из этих функций, чтобы настроить свой iPhone для максимально удобного использования. Это телефон. Ну, я думаю, вы поняли отчасти из предыдущего ролика или сейчас, что я упорно не буду поддерживать вот этот вот... Зрение. Заголовок. И называть буду телефон. А не iPhone. А поддерживать вот это вот высокомерие, по моему мнению. Ну, хотя, в принципе, может быть и нормально то, что они iPhone называют iPhone, iPad, iPad везде в настройках. Ну, нет, телефон. Телефон, работающий на оболочке, как она называется, Apple OS, iPhone UI, версия 14, основана на 10-м, нет, 14 уже основана на 11-м, наверное, Android. Экран погас. Шучу, конечно, какой. А, все, время, видимо, вышло. Ну, а фраза «экран погашен» у меня ассоциируется с «потрачено». Жалко, что не потрачен. Так. Параметры универсального доступа. А толку, что он погашен? Я вот смахнул, и все работает. Заголовок. Параметры универсального доступа. Это заголовок или нет? Параметры универсального зрения. Заголовок. Тоже, наверное, заголовок. Зрение. Параметры. Voice-over. Кнопка. Увеличение. Дисплей и размер текста. Движение. Кнопка. Так, это пока нам ничего не нужно. Моторно-двигательный аппарат. Касание. Вроде. Моторно-двигательный аппарат. Моторно-двигательный. Так, а как у нас здесь по этим детализациям? А что, если вверх-вниз посмахивать? Прописная. Прописная. Ага, это вверх я смахиваю. Прописная. Вниз. Прописная. 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 Non-breaking shifting. Прописная. Это пробел, что ли, или нет? А, нет, это, наверное,
Дефис. Прописная В. Моторно-двигательный. Василий. Касание. Кнопка. Моторно-двигатель. Виртуальный контроллер. Кнопка. Клавиатура. Кнопка. Так, ну я думаю, эти настройки потом посмотрим. Вот клавиатура очень важна. Кнопка. Я хочу, чтобы было все по одному нажатию. Дисплей, увеличение. Но сначала, наверное, voice-over. Устный контент. Ну. Движение. Дисплей и размер текста. Увеличить. Voice-over. Voice-over. Палец поставил в другое место просто. Voice-over произносит название объектов на экране. Спасибо, а то я забыл, чем я занимаюсь. Voice-over. Включено. Так. Коснитесь дважды, чтобы переключить настройку. А, подсказка с задержкой. Прописная V. Ну, тоже прописная. Буква будет говорить. Для выбора объекта. Коснитесь дважды для активации выбранного объекта. Смахните тремя пальцами для прокрутки. А, ну это я помню, вверх и вниз, да, соответственно. То, что на андроиде делали двумя. Тренировка жестов voice-over. Кнопка. Скорость речи. Заголовок. Скорость речи. 50%. Речь. Кнопка. Брайль. Кнопка. Аудио. Кнопка. Ой, ужас, здесь столько настроек. В общем, для тех, кто все это знает, наверное, действительно... Ну, короче, сами разберетесь, промотать или слушать. Ротор. Кнопка. Действие ротора. Кнопка. Мне это все интересно, но все-таки на всякий случай записывать я это запишу. Набор текста. Кнопка. Всегда уведомление вслух. Выключено. Навигация по фото. Всегда. Кнопка. Крупный курсор. Выключено. Панель субтитров. Ожидание тут столько настроек. Ожидание панель субтитров. Так, ну последние выключено. Вот эти, как я понимаю, не особо выключено. Имеет смысл. Навигация по фото. Всегда, всегда проверять, во всяком случае, выключено. В любом... Набор текста. Кнопка. В всяком случае, сейчас. Действие ротора. Кнопка. Набор текста. Ротор. Аудио. Ну, по порядку пойдем. Скорость речи. Скорость так. Тренировка жестов voice. Смахните тремя пальцами для... Тренировка жестов... Смахните тремя пальцами для прокрут. Смахните тремя пальцами... Тренировка жестов voice over. Кнопка. Ну, я думаю, жесты потом потренируем. Скорость речи. Заголовок. Скорость речи. 50%. Речь. Кнопка. Высота тона. Заголовок. Pitch. 50%. Высота. Речь. Заголовок. Voice over. Кнопка. Указывающая назад. Voice-over. Вот, и еще и заголовок будет. Высота pitch. 50. Изменение высоты тона. Включен. Языки ротора. Заголовок. Изменение высоты тона. Включено. Зачем? Чтобы переключить настрой. Выключено. Языки ротора. Заголовок. Добавить новый язык. Кнопка. Добавить новый язык. Кнопка. Русский. Россия. Английский. Русский. Россия. Добавить новый язык. Заголовок. Речь. Кнопка. Речь. Да. Русский. Россия. Английский. Австра. Английский. Русский. Ну, допустим, нажму на русский. Заголовок. Пич. Изменение высоты тон. Языки ротора. Русский. Россия. Милена. Кнопка. Выбрано. Добавить новый язык. Кнопка. Выбрано. Русский. Россия. Милена. Русский. Россия. Выбрано. Милена. Скорость речи. Выбран. Русский. Россия. Заголовок. Так, назад, да? А, нет, русский, не назад. Россия. Вот назад. Заголовок. Нет, это речь. Тоже не назад. Кнопка. Указывающий вот русский. Вот. Русский. Скорость речи. Ну... 50. Скорость. Выбрана. Милена. Кнопка. Русский. Россия. Выбрана. Милена. Заголовок. Выбрана. Милена. Милена. Заголовок. Вы произнести образец. Кнопка. Произнести образец. Произнести так, образец. А поменять никак, это надо догружать голос. А, у меня же интернета еще пока выбрано. Даже нет. Милена. Выбрано. Милена. Произнести образец. Вы русский. Нет, наверное, Россия. Надо жесты потренировать, чтобы к первому последнему русский. Объекту. Иначе Россия. Чокнешься просто так. Кнопка. Русский. Шагать. Россия. Заголовок. Русский. Россия. Заголовок. Выбрано. Милена. Скорость речи. Заголовок. Так. 50%. Элемент регулировки. Давай, рассказывай. Смахните вверх или вниз одним пальцем, чтобы настроить значение. Спасибо. 50%. 40%. Ах, вот как это меньше.
50%, 60%. Я думал, по пятеркам будет, а тут по десяткам. 60%. Так, а зафиксировать как? Скорость речи. Назад выйти. 60%. Элементы. Он вообще регулируется? 70%. 90%. 100%. 70%. 60%. Скорость речи. Выбрано. Мили. Русский. Русский. Россия. Заголовок. Речь. Речь. Кнопка. Речь. Речь. Заголовок. Править. Кнопка. Речь. Заголовок. Voice-over. Кнопка. Указывающая на речь. Править. Высота тона. Заголовок. Pitch. 50. Изменение высоты языки и ротора. Русский. Россия. Милена. Добавить. Но. Добавить. Ру. Править язык, не было язык, раньше. Править. Кнопка. Править. Готов. Высота тона. Заголовок. Готово. Кнопка. Речь. Заголовок. А, ну я так и знал, что готово. Это, наверное, что-то высота вроде подтверждения, да? Изменение высоты языки и ротора. А. Русский. Изменить. Добавить новый язык. Изменить порядок. Русский. Россия. Кнопка. Русский. Как Россия. Интересно, смотрите. Кнопка. Изменить порядок. Русский. Я не знаю, все равно, наверное, придется кнопка. Обновлять до новой ОС, а потом... Дважды удерживайте. Дождитесь звукового сигнала. Затем перетяните объект. Я с ума сойду. Из-за этого... Доступно действие. Слушать ее, свои мысли говорить. Я, в общем, не знаю, после обновления до новой оси сбрасываться надо будет. Удалить. Активировать. По умолчанию. Удалить. И все? Удалить. Активировать. Русский. Одним пальцем смахиваю. Изменить порядок. Русский. Добавить. Фух. Так. Добавить из Давай-ка я пока... Высота готова. Готова нажму. Готово. Интересно, что будет. Править. Кнопка. Высота отправить. А, изменилось направить. Изменение. Язык русский. Добавить, добавить новый язык. Кнопка. Английский. Английский. Датский. Нет. Испанский. Китайский. Еще чего не хватало. Польский. Португальский. Португалия. Вот. Португальский. Наконец-то. Европа. Пич. Изменение высоты тона. Языки и ротора. Изменение высоты тона. Выключен. Язык русский. Россия. Милена. Но португальский. Португалия. Джоэны. Жуанна. Добавить новый язык. Но добавить португальский. Португальский. Португалия. Выбрано. Джоэны. Скорость речи. Не позорься. 50%. Ты уже с украинским опозорилась. 50%. 50. Скорость речи. Так. Заголовок. Выбрано. Джоэ. Португальский. А пример-то где? Надо заголовок. Нажать на нее, наверное. Португальский, Португалия. Заголовок, речь. Кнопка, речь. Ну вот разве кнопка. В магазине это... Португальский, Португалия. Потестируешь? Заголовок, выбрано. Сейчас. Джоэны. Джоэны. Да. Заголовок, выбрано. Джоэны. Вот на нее нужно. Произнести образец. Ола, шэн Джоэна. И все? Привет, меня зовут Жуан. Произнести образец. Португальский, выбрано. Скорость речи 50. Ну, скорость других речь, языков речь, иностранных речь, я не трогаю кнопка, обычно. Речь, кнопка, речь. Речь. Править. Высота тот пич. Изменить языки и ротора. Русский, португальский. Добавить новый язык. Добавить но португальский, русский. Распер. Удалить. Активировать. Удалить. Активировать по умолчанию. Угу. И все. Так, что тут? Какая подсказка еще была тут? Русский, по-моему, что-то еще было. Джоэны. Кнопка. Смахните вверх или вниз. Чтобы выбрать собственное действие, затем коснитесь дважды для активации. Русский. Только и всего. Заголовок. Изменение высоты тона. Выключить пич. 50. Высота тон. Править. Кнопка. Так, ладно. Речь. Заголовок. Voice-over. Кнопка. Voice-over. Кнопка. Речь. Править. Кнопка. Править. Править нажму. Высота. Готово. Готово нажму. Готово. На всякий речь. Случай. Voice-over. Ну, вот такой интуитивно понятный интерфейс. Что пока не совсем все ясно. Смахните тремя пальцами для тренировка жестов voice-over. Ну, давай, уговорил. Тренировка жестов voice-over. Заголовок. Готово.
Кноп, потренируйтесь в использовании жестов, команд и набора voiceover в этой области. Выберите ну вот то, что Валера опять же показывал. Дважды коснитесь экрана для выхода. Смахнуть один пальцем вправо. Смахнуть один пальцем влево. Перейти к последнему объекту. Ну да, четырьмя пальцами в нижней части экрана. Один раз коснуться три пальцами. Прочисть описание объекта. Да не три, а четырьмя. Что, узкий такой, что ли? Один раз коснуться три пальцами. Перейти к первому объекту. Да, вот получилось. Один раз коснуться три пальцами. Прочистить ну давай я объекта. Вместе эти четыре пальца сделаю. Один раз коснуться три пальцами. Чтоб тебе. Прочисть описание объекта. Один раз коснуться три пальцами. Прочисть описание объекта. Придется границы поставить себе. Руку повыше поднять, которую держу. Прикосновение. Забор такой сделать. Объект. Перейти к первому объекту. Перейти к первому объекту. Да, ну, я думаю, привыкну. Так, а если вот так коснуться четырьмя пальцами? Перейти к первому объекту. А вот тут? Перейти к последнему объекту. Ну, в принципе, нормально, можно и так. Я имею в виду... Как это объяснить-то? Оно объяснять сложнее, чем показывать. Ну, короче говоря, не вот так вот пальцы сужать, чтобы они влезли в ширину экрана, а обычно, чтобы между пальцами было расстояние, и чтобы они влезали в длину экрана. Вот так, короче говоря. Как будто собираемся смахивать не вверх-вниз, а влево-вправо. И вот так касаешься. А если где-то посередине коснуться? Перейти к первому объекту. Ну вот, к первому. Перейти к первому объекту. Перейти к последнему объекту. А это объекту. Ближе к низу. Ну, в принципе, нормально. Жить можно. Так, что я там еще хотел? Этот. Ротор самое главное, да? Вращать два пальцами по часовой стрелке. Следующий ротор. Ой, вообще. Люди. Вращать два пальцами против... Это я указательным и средним. Так, сейчас попробую указательным и большим. Выгибаю руку вот так вот. Вращать два пальцами по часовой. Слушайте, он правда вращается. Как дисковый телефон. Вибрация тут при каждом разе. И вот звук. Вы слышите? Да. Это я коснулся двумя большим и указательным. Прикосновение. Произнести объект. Вот два пальца ставлю и держу. Типа что будет? Ничего не будет. Один раз коснуться два пальцами. Включить или выключить произнесение. Угу. Один раз коснуться два пальцами. Включить или выключить. Два раза коснуться два пальцами. Волшебное касание. Ну это вроде как я так, насколько помню, принятие звонка, что-то там может быть в плеере. Так, ну жесты, ну все, я про объекты понял. Что я еще хотел проверить-то? А, кстати, вот четырьмя пальцами смахивания это переключается, по-моему, между открытыми приложениями. Влево. Переключиться на предыдущее приложение. Смахнуть четыре пальцами вправо. Переключиться на следующее приложение. Ну вот, пальцы нормально идут по экрану. Сейчас у нас дома не прохладно уже так нормально, потому что температура за окном тоже положительная. И поэтому вверх, когда, или, как я называю, против шерсти, не буксуют пальцы, нормально. То есть никогда глажу я, вот, например, смахнуть вниз двумя пальцами, да? Смахнуть два пальцами вниз, прочесть все. А именно когда вверх? Смахнуть два пальцами вверх, читать сверху. Ну, двумя пальцами, может быть, и не так смахнуть удобно, а вот тремя... Смахнуть вверх, читать сверху, смахнуть три пальца нормально. Вверх, прокрутить вниз. Ну, это понятно. Так, наверное, нечего здесь больше тренировать, пошли отсюда. Потренируйте. Готово. Кнопка. Назад. Смахните тремя пальцами для прокрутки. Тренировка жестов. Скорость речи. Скорость речи. Речь. Кнопка. Брайль. Кнопка. Речь. Скорость речи. 50%. Скорость речи. Заголовок. Ну, может быть, здесь это делать? Скорость 60%. Речь. Кнопка. Это слишком быстро. Брайль. Кнопка. Тем более, если вы будете слушать на ускоренной. Нет, давайте. Речь. Скорость 50%. Речь. Брайль. Кнопка. Аудио. Кнопка. Аудио. Так, что за аудио? Заголовок. Звуки и тактильные сигналы. О! Кнопка.
Приглушение аудио включено. Ты что, обалдел? Коснитесь два. Ни в коем случае. Звуки тактильный сигнал. Приглушение аудио. Звуки тактильные сигналы. Заголовок. Звуки. Заголовок. Звуки. Включено. Подобрать громкость речи. Выключено. Громкость звука. 80%. Элемент регулиров. Подобрать громкость речи. Включено. Ротор громкости изменит громкость речи и звука VoiceOver. Подобрать тактильные сигналы. Заголовок. Ротор громкости изменит ротор громкости изменит тактильные сигналы. Ротор громкость. Ротор подобрать громкость речи. Выключено. Громкость звука. 80%. Ротор громкости изменит тактильный сигнал. Ротор под звуки. Включено. Но потом отрегулируем. Звуки. Звуки. Выключено. Тактильные звуки. Звуки. Нет, так скучно, неинтересно. Включено. Подобрать громкость звука. Ротор громкости изменит только тактильные сигналы. Заголовок. Тактильные сигналы. Включено. Эх, жалко отключать. Интересная вибрация, конечно. Но я не люблю. Хотя здесь она ведь ненавязчивая. Может быть, оставить. Интенсивность тактильного сигнала. 100%. А, здесь можно настраивать. Заголовок. Интересно, если это 100%, то как же тогда будет при меньшем? Регулировки. Смахните вверх или вниз одним пальцем, чтобы на 90%. Значение. 80%. 40%. 50%. Тактильный. Ну вообще еле чувствуется. 60%. 100%. 100%. Тактильные сигналы. Выключено. Интенсив. Тактильные сигналы. Интенсивность, тактильные сигналы. Включено. Не, я пока оставлю. Взаимодействие. Заголовок. Объект в фокусе. Кнопка. Объект активирован. Кнопка. Так. Объект в фокусе. Объект в фокусе. Заголовок. Это что такое? Включено. А, можно повключать их. Тактильный сигнал. Включено. Просмотреть. Кнопка. Все, я понял. Ну, просмотреть. То есть прослушать. Имеется в виду. Звуки тактильные сигналы. Кнопка, указывающая назад. Да, получилось. Звуки. Звуки. Заголовок. Звуки. Включено. Подобрать громкость. Тактильный сигнал. Тактиль. Интенсив. Объект в фокусе. Кнопка. Объект активирован. Навигация свернута назад. Кнопка. Навигация свернута вперед. Кнопка. Страница прокручена. Предел достигнут. Объекты не обнаружены. Отзыв VoiceOver. Заголовок. Экран изменен. Кнопка. Так, ну звуки я потом, наверное. Фокус синхронизирован. Прослушаю. Кнопка. Что экран за экран? Изменен. Экран изменен. Заголовок. Звук. Включено. А, это тоже звуки. Просмотреть. Ага. Понятненько. Звуки и тактильные сигналы. Звук. Вертикальная полоса прокрутки. 6 страниц. Фокус синхронизирован. Совершен выход из целевой области. Кнопка. Совершен вход. Переход внутрь контейнера Touch. Предыдущий ротор. Следующий. Жест. Ничего не найдено. Обнаружен. Быстро. Неизвестно. Отзыв о приложении. Объект загружает. Объект всплывает. Предупреждение. Короче, что тут здесь многовато. Дисплей Брайля подключен. Дисплей. Объект сохранен. Не удалось. Объект сохраняет. Правка тип. Совместная работа появилась. Точка встав. Появилось предложение. На предложение автозаполнения выбора. Строки с 1 по 55 из 55. Вниз. Вертикальная полоса. Вертикальная полоса. Предложение автозаполнения. Заполнена защищенная система. Заголовок. Удобный доступ начат. Удобный доступ. Вертикальная полоса прокрутки. 6 страниц. Вертикальная страница 5 и 6. Вертикальная страница 5 и 6. Страница 5 и 6. Страница. Вертикаль. Удобный доступ завершен. Панель док появилась. Панель док ищет. Папка открыта. Так, ладно. Кнопка. Указывающая назад. Кнопка. Аудио. Назад. Аудио. Звуки и тактика. Приглушение аудио. Автовыбор динамика. Включено. Это как это? Автоматическое переключение аудиосистемы во время аудиовызовов происходит, когда пользователь не держит айфон у своего уха. Mm-hmm. Автовыбор динамика.
Включено. Выключено. Автоматическое переключение аудиосистемы во время аудиовызовов происходит, когда пользователь не держит iPhone у своего уха. А, типа с громкой связи. Отправка на HDMI. Выключено. Автовыбор динамика. Выключено. Я верну, как было. Автоматическое пока. На всякий случай. Отправка на HDMI. Автоматическое. Это просто пояснение. Автоматическое переключение аудиосистемы во время. Автовыбор динамика. Включено. Все, понял. Настройку. Автоматическое. Дошло. Чтобы изменение вступило. Тут подсказка после. Подключить все внешние медиаустройства. Чтобы изменение вступило в силу, необходим назад. Кнопка назад. Смахните тренировка жест. Скорость речи. Заголовок. Скорость речи. Брайль. Аудио. Ротор. Кнопка. Так, это я был ротора. В аудио, кнопка. Что ли? Ротор. Кнопка выбрана. Разделе. Символы. Изменить порядок символы. Кнопка. Выбрано. Слова. Изменить. Выбрано. Строки. Изменить выбор текста. Как китайский скринридер прям. Скорость речи. Изменить порядок громкость. Изменить порядок громкость. Приглушение аудио. Изменить пунктуация. Изменить звуки. Изменить подсказки. Изменить порядок выбрано. Изменить порядок выбрано. Изменить порядок таблицы Брайля. Действие. Изменить шрифт. Изменить рука. Изменить выбрано. Ладно. Контейн. Назад. Кнопка. Назад. А зачем я к первому объекту, если, наверное, она всегда в верхнем левом углу? Ладно, попробуем. Смахните тремя пальцами. Скорость речи. Аудио. Ротор. Действие ротора. ПО на экране домой. Включено. ПО на экране домой. Включено. ПО на действие ротора. Заголовок. Назад. 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 Аудио. Ротор. Действие ротора. Набор текста. Кнопка. Всегда уведомления вслух. Навигация по фото. Так, и набор текста. Последняя настройка у нас осталась. Кнопка. Проговаривание. Символ изменения. Я имею в виду. Кнопка. Озвучивание при наборе. Чтобы кнопка. Минимум был. Клавиши модификации. Ctrl плюс Option. До использования клавиатуры. Одинс. Кнопка. До использования клавиатуры. Одинс. Нет символ. Voiceover. Кнопка. Указывающая назад. А эта кнопка, указывающая назад, как раз чуть выше громкости вверх, возле той штуки, которую я подумал, что может быть это рычаг. А вот тут вот, вверху, нет символ. Строка объект. Состояния. Набор текста. По-моему, раньше не было нет сим-карты. Нет символ. Заряд от аккумулятора 99%. Зарядка не идет. Капец. Объект меню статуса. Тает на глазах. Voice-over. Кнопка. Указывающая назад. Voice. Между прочим, в такой телефончик могли бы побольше батарейку вставить. Я не хочу сказать, что он как пиксель 4, он, конечно, поменьше 4 пикселя, ну да, поменьше. Ну не знаю, ну жлобы, короче говоря. Просто вот правильно. Умные люди речи. Говорят. Заголовок. Скорость речи. Так. Набор текст. Всегда уведомлен. А, ну все, наверное, отсюда выключено. Можно даже. Нет символ. Выходить. Ну, где кнопка-то назад. Это? Назад. Кнопка, указывающая назад. Все-таки, наверное, между громкостью вверх и вот этой штукой. Назад. Кнопка, указывающая назад. Готово. Кнопка. Параметры универсального доступа. Использовать зрение. Заголовок. Voice-over. Увеличение. Дисплей и так, текста. Куда я еще хотел зайти? В клавиатуру, да? Касание. Виртуальный контроль. Клавиатура. Кнопка. Клавиатура. Заголовок. Физические клавиатуры. Полный клавиатурный доступ. Вы используйте внешнюю клавиатуру для автоповтор клавиши. Включено. Кнопка. Это что имеется в виду? Типа держать на ней палец? Залипание клавиш. Но это вообще только к физической относится настройки. Клавиши. Настройте параметры для удобного ввода текста с внешней клавиатуры. Виртуальная скорее клавиатура. Всего. Заголовок. А, вот, виртуальная. Так. Буквы. Включено. Ну. Данное действие влияет на клавиатуры, а что бы это значит? На которых клавиши Shift используется для переключения между прописными и строчными буквами. Данное действие. И все. Данное действие влияет на клавиатуры. Назад. Кнопка. Назад. Готово.
Кнопка. Готово. Кнопка. Ну, готово. Кнопка. Указывающая назад. Параметры универсальны. Быстрое начало. Так. Поднесите свой текущий. Настроить вручную. Настроить вручную. Ну, кнопка. Настроить вручную. Письменные и устные языки. Заголовок. В вашем регионе обычно используются перечисленные ниже языки. Вы можете настроить. Ну, сейчас посмотрим, какие. Выбрать нужные языки самостоятельно. Предпочитаемые языки. Русский, португальский. Вот это другое дело. Клавиатуры. Русская, English, UK, Portuguese, Emoji. Ты меня разочаровываешь. Какая UK? Зачем она нужна? Диктовка. Русская, английская, Великобритания. Так, надо настраивать. Предпочитаемые языки. Русский, языки согласен. Клавиатуры. Заходим. Клавиатуры. Русская, English, диктовка. Русская, клавиатуры. Русская, English, UK, Portuguese, так, подожди. Ну, подсказочка. Прописная К. Прописная К. Я нажал и ничего. Диктовка. Продолжить. Кнопка. Диктовка. Продолжить. Кнопка. Я почему прислушиваюсь? Я хочу определить, есть ли вот это вот шипение, которое в дешевых китайцах присутствует. Или это все-таки Милена такая компактная, жующая? Нет, скорее всего, это Милена компактная. По-моему, нет тут шипения. Диктовка. Русская, английская, Великобритания. Диктовка. Продолжить. Настроить параметры. Настроить параметры. А, продолжить. Так, стоп. Клавиатуры. Русские предпочитаемые языки. В вашем регионе обычно клавиатуры. Клавиатуры. Продолжить. Настроить параметры. Настроить. Но предпочитаемые языки. Заголовок. Можно добавлять языки и располагать их в порядке предпочтения для использования в приложениях и на веб-сайтах. Русский, португальский, португис. Изменить порядок португальский, португис. Кнопка. Ну это потом. Добавить язык. Продолжить. Кнопка. Продолжить. Клавиатуры. Заголовок. А, понятно. Нужно было на первый пункт нажимать, и он начал мне сначала. Языки, сейчас клавиатура, потом будет диктовка, очевидно. Добавьте клавиатуры, которые хотите использовать на этом iPhone. Русская. Изменить порядок русская. Кнопка. English. UK. Так, слушаем. Доступны действия. Изменить порядок English. UK. Кнопка. Перетягиваемый объект. Ну, короче говоря, то есть, если я хочу перетянуть, надо нажимать сюда. Если я хочу удалить, надо действие. Изменить порядок. Добавить клавиатуру. Продолжить. Продолжить. Изменить Portuguese. Изменить English. Удалить. Изменить порядок English. UK. English. UK. Так, нажал удалить. Смахните вверх или вниз, чтобы выбрать собственное действие. Изменить порядок русское. English. А UK. Как тут это? Удалить. Активировать. Переместить вниз. Переместить вверх. Удалить. Выполнено действие. Удалить. Ну что сразу не изменить порядок русская. Добавьте клавиатуру из почем изменить эмоции. Заблуждение вводишь людей. Добавить клавиатуру. Продолжить. Кнопка. Диктовка. Заголовок. Добавьте языки русская. Португальская. Португалия. Там другое дело. Добавить язык. Продолжить. Продолжить. Кнопка. Никаких тебе английских. Заголовок. 364. Давай-ка посмотрим. Выбрать подключение к Mac или ПК. Подключение в Touchman DZ. Сейчас. Выбрать другую сеть. Есть ли здесь пропустить? Подключение к Mac или ПК с Windows. А, нужен тунец, наверное, там. Если сеть Wi-Fi недоступна, настройте iPhone с помощью Mac. Но тунец, если кто вдруг не знает, это iTunes. Если сеть Wi-Fi. Ну понятно, то есть это не избежать. Ну давайте. 364. Я не против. Пароль. Защищенная тема и краткая. С. Какой и краткая? Ты что, мне будешь по клавишам ходить с махиваниями? Введите пароль для 360. Отменить. Кнопка. Введите пароль. Введите пароль для 364. Так. Отменить. Кнопка. Ввод. Заголовок. Откл. Недоступно. Кнопка. Пароль. Защищенное текстовое поле. Идет правка. Символы. Точка вставки в начале. И краткое.
С. Нейтральную коробку. Вот. Отменить. Введите пароль Любопытно. 364. Отменить. Вот. Заголовок. Так. Ж. Э. Удалить. Удалить. Клавиатуру, видимо, настраивать надо отдельно. Так, ну благо у меня это цифры. Давайте-ка просто поизучаем пальцем клавиатуру. Недоступно. Удалить. Откл. Подкол недоступно. Я думал, она читала откол недоступно. Пробел. Следующая клавиатура. О, рядом с пробелом. Отлично. Слева прям. В, А, В, И, сдвиг. И кратко. Числа. В, Я. Следующая клавиатура. Пробел. Следующая клавиатура. Следующая клавиатура. G. A, B. Какой G? А где... V. Иностранные голоса. S, P, So. Где Жуанна? Он уж пасован. Следующая теперь. Клавиатура. Рус. Числа. Прибью. Так. Левая скобка. 6. Тут не только числа, 8, тут 9. Еще и символы. 8. 7, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9, 7. Довольно прикольный звук клавиатуры. 6, 5, 4, 5, 6, 8, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Лениво, я не хочу ощупывать. 6, 7. Так. Введите пароль для 364. Отменить. Кнопка. Ввод. Заголовок. Подкл. Кнопка. Пароль. Защищенное текстовое поле. Идет правка. 9 символов. Символы. Точка вставки в конце. 9? Подожди. 7 плюс 3. 10 должно быть. Что не так? Что не... 1. Пароль. Защищенное текстовое поле. Мать моя. Универсальная кавычка. ЭПГ. ЭСД. А что, здесь даже удалить нет? 0. На числах. Это надо переключаться обратно на буквы? Символ. Ой, ну доступность, а. Ну вот. Следующая клавиатура буквы. Так. Буквы. Ну. Сдвиг. Числа. H. Вот это то, что не переключился на португальский. Апагар. Вот почему? Я бы сразу догадался. Я не понял. Вот. Так, ладно, назад. Сдвиг. Знаете. Числа. Эпигр. Вообще-то она иллюминар называется. Почему тут апогар? Ну ладно. Эпигр. А, вот когда я удалил. Эпигр. Эпигр. Жуана произнесла восьмерку. Эпигр. Только что это за восьмерка, эпигр. Интересно. Эпигр. Эпигр. Ой, жалко, не настроил клавиатуру, нельзя эпигр. Держать и... Эпигр. 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 Так, ну все, наверное. Так. Доступны действия. Это что такое? Это куда я пальцем ткнул, что ли? Один. А где доступны действия-то? Доступны действия. Ноль. Доступны действия. Понятно, и такой звук вот тут будет, я так понимаю, непрерывно воспроизводиться. То есть на андроиде как мы ставим палец на пустое место экрана, он воспроизвелся. Если мы палец держим, то все, никаких звуков нет. Палец двигаем, он опять воспроизводится. А здесь, даже если палец не двигать, он будет воспроизводиться. Да? Пароль. Защищен. Ввод. Заголовок. Доступны действия. Да вроде нет. Тут тоже. Раз на раз. Ладно. Универсаль 0. Универсальная кавычка 0. 9. Так. Ввод. Подкл. Пароль. Защищ. 1. Пароль. Защищенное текстовое поле. Идет правка. Так. Один символ. Ну все правильно. Символы.
Точка встав. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 0, 9, 8, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 5, 4, 2, 1, 2, 3. Что? Один не набрался? Он хотел сказать, что потом опять скажут, что я спал. Может быть, я что-то пропустил. А там не набрался. Так, один, это получается сколько должно быть символов? Сейчас, 9, да? 2, 1, пароль. Защищенное текстовое поле. Идет правка. 8 символов. 8, да. Символы. 1. Один не набрался. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот теперь. Вот, подкл, пароль. Защищенное текстовое поле. Идет правка. 10 си, подкл, кнопка. Внимание. Неверный пароль для 364. Вот они вам, ваши яблоки. Окей. 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 Пароль. Защищенное текстовое поле. Так, без паники. Сейчас разберемся. Пароль. Защищенное текстовое поле. Идет правка. 10 символов. Так, как тут... Точка вставки в конце. Точка вставки в начале. Точка вставки в конце. Ага. Эпига. 10 символов. Раз. Так. Эпига. Просто оно пустое уже. Введите пароль для 364. Так, ну здесь я, наверное, на паузу поставлю все-таки. Введите пароль. Отменить. Кнопка. Ввод. Заголовок. Подкл. Кнопка. Пароль. Защищенное текстовое поле. Идет правка. Символы. Точка вставки в начале. Точка вставки. Так, экран-то вообще погашен тут? Нет, глянь. Добавить примечание. Кнопка. Пауза. Кнопка. Кнопка. Ну что, получилось? Ну, вроде ввел, так же все получилось пока что. Так, что-то новенького нам можешь сообщить. Идет выполнение операции. Какой? Кнопка, указывающая на «Идет выполнение операции». Активация iPhone может занять несколько минут. А, это так называемая активация, то есть все уже, так сказать, ну да. Идет выполнение операции. Ну. Использование личных данных. Значок. Все, что ли? Данные конфиденциальность. Заголовок. Использование личных данных. Значок. Кнопка. Указывает кнопка. Данные конфиденциальность. Заголовок. Этот значок появляется, когда функция Apple запрашивает разрешение использовать ваши личные данные. Этот значок не отображается в каждой функции, так как Apple собирает данные только по необходимости при активации функций, обеспечении безопасности услуг или персонализации. По убеждению Apple, конфиденциальность является одним из основополагающих. У них еще убеждения есть. Поэтому ты посмотри. Apple разработан так, чтобы сводить к минимуму сбор и использование ваших данных. Да что вы говорите, права человека. На самом устройстве. Если, возможно, если права человека, я пароль нормально ввел с первого раза. Предоставлять вам возможность управлять ваши... дальше. Так, мне кажется, это лишнее. Подробнее, все. Подробнее. Ну дальше, так дальше. Поместите палец. Зачем? Ой, это тоже обязательно, а? Используйте для покупок свой отпечаток пальца вместо как пароля устройства или пароля Apple ID. Touch ID. Кнопка. Touch is... дальше. Кнопка. Настроить Touch ID позже. Позже, кнопка. Позже. Фотография человека, держащего в левой руке iPhone и нажимающего кнопку «Домой» большим пальцем. Изображение. Вот за этим все гонялись, да, за таким описанием. Но мне этого описания хватило, когда я шастал по сайтам Microsoft. Там пара сидящая за ноутбуком, что-то там, кто-то радуется, ужас. Отвлекало, если честно. Да, может быть, это, конечно, приятный момент доступности и все такое, но иногда дело отвлекало. Фотография человека. Настроить Touch ID позже. Кнопка. Внимание. Вы действительно не хотите использовать Touch ID? Я все эти функции проверю потом.
По аналогии с Android, никогда их не проверял на этапе первоначальной настройки. Touch ID защищает ваш iPhone и может быть использован. Да, лечи давай меня. Использовать Touch ID. Использовать, не использовать. Как пароль. Тут, кстати, дактилоскоп встроен в эту кнопку. Параметры как пароля. 1, 2, домой. 4, 5, 6, 7, 8, 0. Удалить, удалить. 0, 9, а что, пароль обязательно? 5, 4, вот это что? Вот это вот не избежать? 2, 1. Параметры код пароля. Кнопка. Код пароль. 0 изведено 6 значений. Код пароль защищает ваш... То есть надо 6 ввести? ...для разблокировки iPhone. Создание код пароля. Кнопка. Указывающая кнопка. Полное пробощение. Код пароль защищает код пароль. 0 изведено 6 значений. Параметры код пароля. Кнопка. Произвольный код, буквы плюс цифры, кнопка. Произвольный код, цифры, код из 4 цифр, кнопка. Не использовать код пароль. О! Отменить, кнопка, отменить, не использовать. О. Внимание, настоятельно рекомендуется использовать код пароль. Я клал на ваши рекомендации, в общем-то, как всегда. Безопасность iPhone и защищает данные. Не использовать код пароль, кнопка. Как пароль. Ноль приложения и данные. Заголовок. Выберите, каким образом вы хотите. Я хочу пока свободы. Приложения и данные на этот iPhone. Восстановить из копии iCloud. Кнопка. Восстановить с Mac или ПК с Windows. Перенести непосредственно с iPhone. С Google. Перенести данные с Android. Кнопка. Так, а как это здесь реализуется? Вот интересно было бы посмотреть, но не хочу, во-первых, тратить на это время, во-вторых, у меня Android пишет, ну а в-третьих, я не любитель таких вообще восстановлений бэкапов, потому что получишь также, помимо полезного, мусора. Может быть, немного, но получишь, поэтому я лучше настрою заново. Не переносить приложение и данные. Кнопка. Не переносить приложение. Apple ID. Заголовок. Так. Войдите со своим Apple ID. Вот мне интересно, можно было, можно ли это пропустить? Значит, подключение к интернету пропустить нельзя. Вот без сим-карты я работаю, то есть сим-карта пока не обязательна. Вот Apple ID вроде как можно пропустить. Но не знаю, буду я сбрасывать или нет, вообще какая тут iOS сейчас. То есть, может быть, потом его ввести, а сейчас попробовать без него. Ну, раз можно без него, наверное, не буду. Наверное, я сразу войду с ним. Apple ID. Email. Текстовое поле. А. Забыли пароль или... Apple ID – это учетная запись для доступа к... Ваша информация Apple ID используется для активации служб Apple. Когда вы входите... Использовать разные Apple ID для iCloud и других служб Apple. Кнопка. Использовать разные... Apple ID – это учетная запись для доступа ко всем... Забыли пароль... Ну, что-то я не вижу тут пропустить. Apple ID. Email. Текстовое поле. Текстовое поле. Ну, давайте мучиться с имейлом. Email. Символы. Точка вставки в начале. Так. O-L. Эпигар. Наконец-то. Жуанна, где ты была раньше? Куда тебя сунули? Так, не буду ваше время тратить. Не могу понять, куда нажимать для подтверждения. Здесь как нет пропустить, так и... Ну, я нажму на клавиатуре, наверное. Enter. Enter. Защищенное текстовое поле. Идет правка. Обязательно. Забыли пароль или нет Apple ID. Apple ID – это учетная запись для вашей... То есть так и должно было быть. Использовать W. Вот почему опять эта Милена сраная? Защищенная текст пароль. Далее. Недоступно. А. Кнопка. Далее. Кнопка. Указывающая назад. Кнопка. Она, наверное, вверху была там. Войдите со своим Apple ID. Лутвинов Эд. Пароль. Защищенная текстовая поле. Ну, читает неправильно. Вот Джоанна правильно прочитала. Защищенное текстовое поле. Точка вставки в конце. Так. Тут же по умолчанию двухфакторка, поэтому мне сейчас будут... Прервать и удалить паузу кнопка. Вот один раз настроил, что не смс, а по звонку, и теперь так каждый раз. Я, конечно, не знаю, что там с записью, но, наверное, все нормально. Должно быть, в конце концов, это ведь девятый Android. Отправить...
Так, условия положения. Ознакомьтесь со следующими положениями до начала использования устройства. А. Условия и положения iOS. Б. С. Д. Внимательно. Нет, мне не интересно ваше. Если вы недавно приобрели устройство S iOS и не согласны с условиями то настоящей что? Лицензии, вы можете вернуть устройство S iOS в эти часы. Уверены? Возврата в магазин компании Apple или уполномоченному дистрибьютеру по месту приобретения и получить назад уплаченную вами сумму. При условии соблюдения положений политики возврата не принимать. Кнопка принять. Кнопка. Ну куда деваться? Выполнение операции. Куда деваться? Настройка Apple ID может занять несколько минут. Угу. Ну, хорошо. Пусть занимает. Так, это что? Это не мне смс-ка на мегафон, привязанный с сим-картой, стоящей здесь. На e-mail. От iCloud пришло что-то там. Стоп, кнопка. Стоп, кнопка. Нет. Стоп, кнопка. Меня просто смутило. Я сейчас паузу стоп, нащупал кнопка. Вот так вот. Стоп, кнопка. Пальцем нажал на нее, и был только звук клика Sony. Усиление. Пропуск тишины, кнопка. А клика скринридера стоп, кнопка. Не было. Усиление. Прервать и удалить. Пауза, кнопка. Поэтому я не знаю, где там это ваша. Стоп, кнопка. Пауза. Ладно. Усиление. Прервать и удалить. Пауза, кнопка. Автообновление iPhone. Обновляйте iOS автоматически, чтобы не пропустить новейшие функции, а также улучшение безопасности и удобства использования. Продолжить. Кнопка. Продолжить. Служба геолокации. Заголовок. Служба геолокации позволяют приложению о службах геолокации. Ну, понятное дело. Включить службу геолокации. Выключить службу. Выключить. Включить службу. Включить службу. Пускай. Фотография iPhone. Что на экране которого открыто экранное время. Экранное время. Заголовок. Получайте еженедельный отчет из достоверной информации о своем экранном времени и устанавливать. Продолжить. Кнопка. Настроить позже в настройках. Настройка. Так, что еще раз? Еженедельный отчет из достоверной информации о своем экранном времени и прервать и удалить усиление. Прервать паузу кнопка. Вы также можете использовать эту функцию на устройствах детей и задать настройки родительского контроля. Продолжить. Получайте еженедельный продукт. Настроить позже в настроить позже в настройках. Хорошо. Аналитика iPhone. Пусть будет так. Помогите Apple в совершенствовании выпускаемой продукции и услуг. А вам разве еще можно помочь? Использование вашего iPhone. Вы можете изменить свое решение позже в настройках. Об аналитике и делиться с Apple. Кнопка. Не делиться. Кнопка. Не делить. Делиться ну, с Apple. Положим. Приложений. Заголовок. Помогите разработчикам ПО улучшить свои приложения, разрешив Apple делиться данными об использовании приложений о сбоях. Вы можете изменить свое решение позже в настройках. Кстати, тут пока я возился с этим диктофоном, ASR экран погас, причем погас конкретно, то есть сначала сказал экран погашен, через какое-то время был звук соответствующий. Значит, я коснулся два раза, ничего не произошло. Значит, протер его, и тут звуки войсовера появились. Что-то говорит, нажмите кнопку «Домой». Ну и там почему-то, видимо, язык испанский голос подхватил, начал по-испански там кое-что прочитал вместо португальского. То есть вот здесь тоже с языками иногда не совсем гладко. Не делиться, не делиться с разработчиками. Дисплей True Tone. Заголовок. iPhone автоматически адаптируется. Это когда-нибудь закончится? Чтобы отображать цвета единообразно. Ну правильно, купил iPhone, страдай. Смотреть без дисплея True Tone. Кнопка. Продолжить. Кнопка. Продолжить. Кнопка. Ну это автояркость, что ли? Я не понял. Автоматически адаптируется к внешней освещенности, чтобы отображать цвета единообразно в различных световых условиях. Этот параметр можно изменить в любое время в настройках экрана и яркость. С
Смотреть без дисплея TrueTone. Кнопка «Продолжить». Ну, не оформление. Знаю, хорошо. Заголовок. Выберите светлое или темное оформление и посмотрите, как их выбрано. Светлое. Ну, конечно темное. Же, темное. Продолжить. Продолжить. Темное. Выбрано. Темное. Продолжить. Кнопка. Тактильный сигнал кнопки «Домой». Заголовок. О. Вы можете выбрать, как ощущается кнопка «Домой» при нажатии. Выберите один из вариантов ниже, затем нажмите кнопку «Домой», чтобы проверить сделанный выбор. Один. Кнопка. Выбрано. Один. Недоступно. Два. Кнопка. Выбрано. Так. Один. Недоступно. Кнопка. Ну, нормально же у нас. Два. Кнопка. Выбрано. Два. Недоступно. Я не вижу разницы. Три. Выбрано. Два. Недоступно. Выбрано. Два. Недоступно. Три. Кнопка выбрана. Три. Недоступно. Два. Один. Выбрано. Один. Недоступно. Ну, я только чувствую, что вроде как... Выбрано. Один. Недоступно. Кнопка. Третий посильней, что ли. Кнопка выбрана. Три. Недоступно. А, такой конкретный, как будто бы сейчас сломаться выбрано. Хочет телефон. Три. Выбрано. Три. Не выбрано. Три. Недоступно. Два. Кнопка выбрана. И все. Два. Выбрано. Два. Недоступно. Один. Ну, я не знаю, выбрано. Какой. Ну, один пусть будет пока. Недоступно. Хотя нет. Два. Кнопка. Пусть выбрано. Два. Три. Выбрано. Два. Три. 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 Кнопка. И выбрано. Дальше как? Вы можете выбрать... Как ощущается тактильный сигнал кнопки «Домой»? Заголовок. Продолжить. А. Кнопка. Кнопка, указывающая назад. Продолжить. Кнопка. Продолжить. Кнопка. Я надеюсь, это тоже можно в любой назад. Момент заменить. Увеличение. Выберите, каким вы хотите видеть интерфейс iPhone. Выбрано. Стандартный. Кнопка. Увеличенный. Продолжить. Кнопка. Продолжить. iPhone, добро пожаловать. Так, лончер здесь какой? Приступить. По умолчанию. Приступить. Айфон, добро пожаловать. Айфон, добро пожаловать. Айлончер? Приступить. Кнопка. Фейс. Что фейс? Фейстайм хотел сказать? Так, ну и что? Просто, когда вот сигналы появления окна есть, и она замолкает, мне так страшно. Такое ощущение, что сейчас заглючит, вылетит что-то с ошибкой. По андроиду привык. Календарь. Фейстайм. FaceTime. Все? FaceTime. Лончер? Фото. Рабочий стол? Камера. Почта. Часы. Полезли обновлять. Часы. Карты. Погода. Напоминание. Так. Заметки. Акции. Куда сначала? Надо Siri. Подкаст. App Store. App Store. Здоровье. Voice-over настроить. Голос нормальный поставить. Настройки. Языки. Страница 2 из 3. Элемент регулировки. Настройки. Один новый объект. Док. Телефон, Safari, сообщение, музыка, музыка, телефон, страница 2 из 3, элемент регулировки, страница 3 из 3, элемент iTunes U, iMovie, Pages, Numbers, Keynote, GarageBand, Clips, Apple Store, папка утилиты, Apple Store. Приложения, Watch, а что, App Store это другое? Советы, iTunes, команды, iTunes Store, локатор. Файлы. А, вот файлы файл. Есть, файл. Вижу, команды. Да. Так, четырьмя если пальцами. Дважды, чтоб строка 1, iTunes Store, советы, контакт, сайт, команды, ну и локатор, что он тут? iTunes Store, строка 1, советы, контакт, watch, pop, Apple Store, ну, ну ладно, сейчас я хочу pages, дойти iTunes, до... Страница 3 из 3, элемент... Страница 2 из 3, элемент 3, подкасты, App Store. Коснитесь дважды, чтобы открыть. Привет, Siri. Нифига, надо, видимо, настраивать в настройках. Так, домой жму. FaceTime. Мне интересно. Календарь, фото. А, на первый объект. Да, календарь, среда. Меня перекидывает. FaceTime, календарь, среда, 25 ноября. Фото. Камера.
Так, что это? Проснитесь дважды, почта. Нет непрочитанной... Домашний экран, FaceTime. То есть здесь еще можно сделать. Дважды, чтобы открыть. Ну, обновление, наверное, это лучше через настройки, конечно. Первоначально надо вообще, да, проверку обновлений, но... Так, а что если... Siri. Так, рассказывай. Ну, держу кнопку домой. Ничего не происходит. Ну, вибрацию отпустил тоже. Вибрация, видимо, это надо настраивать. Так, что если нажать два раза? Кнопку домой. Фото. Календарь. Что-то среда, ничего, а 3? 25 ноября. Войс-овер выключен. А, понятно. Так. Ну, а 3 раза войс-овер включен, что нет? Что получается, я FaceTime. Доигрался? А, нет. Коснитесь дважды, чтобы открыть. Войс-овер выключен. Ну, а почему не говорит, когда... Включен. Voice-over включен. Ну вот сейчас сказала. Календарь. Среда. Так, я так понимаю, все это надо настраивать. Ну тогда это Коснитесь отдельно, дважды, наверное. Чтобы открыть. Отдельный файлег. Прервать и удалить паузу кнопка. Добавить перемещение. Усиление, пропуск, тишины, усиление. Давай паузу. Прервать усиление. Стоп кнопка.